Мы это-то я все подкручиваем по инерции. Так что управление сейчас не самое. Зато свет, что надо. Пауков с ней можешь не бояться, а в дальних туннелях их полно. Поезжай, Артём. Тут путь не близкий. Лучше времени зря не терять.
Группа Павла двигается на Третьяковскую, она же Венеция, с опережением в несколько часов. Да и двигаются они по обжитому тоннелю. Но я их догоню. Не имею права не догнать. Ей-богу, оружие! Лениным клянусь! Да это не ГБ вроде, форма незнакомая. Может, из наших кто? Глянь, как он стволами обвешан. Не стреляй, братишка! Мы люди мирные. У нас тут женщины, детишки. Нас не трожь, и мы не тронем. Мы беженцы с красной линии. Я тут за старшего. Командовать мне, правда, некем. Все боеспособные шли другим караваном. На полкилометра впереди. Думали, защитят нас, если что. Не защитили. На них напали. Стрельба, крики. Теперь затихло, но из наших никто не идет. Так что дальше нам пути нет. Назад тоже нельзя. Там нас только расстрел ждет. Ты, я вижу, человек бывалый. Выручи, а? Нет, нечего терять. А детей жалко. Им бы жить да жить, понимаешь? Так что же мы теперь? Как же мы без них? Да может, живы еще. Че ты хоронишь-то раньше времени? Стрельба-то какая была! Стрельба! А теперь тихо. А вдруг отбились? А чего не идут тогда? Но придут еще. Подождем. А как вы думаете, они всех убили? Может, и всех. А может, и того хуже. Куда уж хуже? Там ведь и женщины были. Не знаешь ты, Яша, жизни. Эх.